Всем привет! Как и обещала, сегодня прямой эфир будет по брендовому маникюру, потому что у нас вышли новые Шермиконы. Я предыдущий брендовый эфир проводила, использовала Шермиконы а-ля Dior. Здесь Dior с Valentino. А сегодня буду использовать Шермиконы, которые тоже новые вышли. Это у нас такой, знаете, по мотивам Van Cleef. Конечно, это не впрямую Van Cleef, потому что я уже говорила, мы это компания, которая очень любим брендовый маникюр, но никогда не используем логотипы откровенные, прям вот взятые принты многих модных домов, ювелирных компаний, дома мод, потому что это, ну, как бы незаконно. Вот, а так как мы международная компания, мы не только русская компания, мы международная компания, поэтому мы все делаем такое, знаете, по мотивам. И сегодня приготовила зеленый маникюр, потому что когда стала скачивать Van Cleef картинки, конечно, в основном это было все ЧБ, я обязательно ЧБ сделаю, вот, черно-белый в основном. Но я вот увидела, последние коллекции были вот с таким классным изумрудом, я даже не знаю, блин, как это называется, но это не изумруды, это получается камень полудрагоценный, блин, как он называется, малахит, да? Да, это, наверное, малахит. Вот прям что-то меня так вдохновило, вот это сочетание белого, золотого и черного, классно будет. Вот, кто в прошлый раз, кстати, смотрел эфир с Dior? Я обещала, кстати, еще раз Dior сделать. В прошлый раз я делала серую гамму, а картинки еще приготовила. Вот хочу еще сделать черный Dior и хочу еще сделать розовый Dior. Но сегодня у нас Van Cleef зеленый, с малахитом зеленым. Да, правильно, Шермиконы можно залить витражным гелем, будет очень круто. И как раз сегодня я буду работать витражным, потому что, чтобы сделать вот этот зеленый малахит, нужно будет витражный гель-лак использовать. Потому что прям вот чисто одними гель-лаками сделать вот не тот эффект получается, не так красиво. Вот. А когда добавляешь еще витражные, вот прям классно получается, вкусно. Вы, кстати, видите, сегодня аж два прямых эфира. Один прошел по аэрографу 2 часа назад. Сейчас еще будет эфир по Van Cleef. Я, кстати, с Van Cleef никогда не делала. Так, ну ладно, давайте. Кстати, как вам сочетание оранжевого с синим? Мне прям вообще кайф. Здравствуйте, девочки. Ладно, давайте к мастер-классу переходить. Что тут у меня приготовлено? Здесь много всего. Видите? Конечно, очень так. Я, видите, я последние разы с капсулой все работаю. Там очень много капсулы. Я накачала кучу картинок с Van Cleef. И, конечно, хотела делать именно черно-белое, а потом думаю, нет. Надо сделать что-нибудь повеселее. Хотя, конечно, черно-белый вариант будет пользоваться большей популярностью. Вот, но я обязательно оставлю. Здесь вот классные идеи вот такие есть в чистом золоте, в сочетании такого белого перламутра с золотом. А сегодня мы работаем вот с таким референсом. Вот смотрите, видите, Van Cleef и малахит. Надо, кстати, прочитать, это малахит или нет. Я так обозвала малахит. Так, показываю типсы. Сделала 5 разных. В принципе, это может быть один какой-то вариант либо для зеленого, либо для белого маникюра. Ну, либо это может быть прям дизайн на все 10 пальцев, да. Сейчас, видите, дизайн снова возвращается в моду и делают дизайна много, и перегруженные композиции. Вот. А кто-то, может быть, выберет себе как идею только для одного пальчика. Пишите, какой вариант, кстати. Повторили бы. 1, 2, 3, 4 или 5. Здесь используется всего лишь один шармикон. Это как раз новая коллекция. Вот он, шармикончик Van Cleef.
Потому что вот многие иногда мне пишут, очень мало вы выпускаете шармиконов и нейл-дрессов для классики. Вот, ну, на самом деле вы ошибаетесь. Смотрите, у нас 50 на 50 примерно. 50% для клиентов 40 плюс 50 плюс, кто любит такое все минималистичное, классическое. И 50%, конечно, для молодежи, для молодежных дизайнов. Причем я к молодежи сейчас отношу и 30 плюс. Вот, сейчас очень большой процент женщин, кто вот 28 плюс, 30 плюс, одеваются, но очень по-молодежному, такой прям, знаете, спортивный стиль, и многие наши дизайны, они для них тоже актуальны. И вот у нас для осени и зимы много есть там, кстати, классических дизайнов с шармиконами. Просто, возможно, там, я не знаю, невнимательно смотрели, вы там зацепились у вас глаза за пару шармиконов молодежных, и вам кажется, что все 15, там даже не 15, сколько у нас? У нас, знаете, сколько шармиконов? 10, 12, 13 шармиконов разных вышло за осень, для осени и зимы. В прошлый раз я работала Диором, это 186. Смотрите, это номер 186. А сегодня я буду работать Ван Клиф. Смотрите, какие они классные. Эфиры я все сохраняю. А это 185. Называется, видите, четырехлистник. 185. Я сейчас покажу, где сохраняются все эфиры. Галя! Так, и пока мне сейчас вот Галя несет телефон, помощница моя, я вам сейчас начну показывать. Галь, а открой мой аккаунт, чтобы я показала, где эфиры хранятся все. Итак, напомню, кстати, зелененькие. Смотрите, зелененькие. Они сейчас стоят наколированные на складе. И кто не успел в августе купить, 325-326, вот на днях поступала партия, но она закончилась очень быстро. И вот сейчас с производства привезли еще партию, разлили. Вот, поэтому имейте в виду, если даже у дистрибьюторов сейчас у кого-то нет, они будут. Просто, возможно, еще не доехали до дистрибьюторов. На Эмишоп они есть, смотрите, эти два цвета. На сайте они уже есть в продаже. Поэтому имейте в виду, что зелененькие есть, появились. Так, что касается прямых эфиров, смотрите. Вы многие почему-то не в курсе, что, например, отдельный есть значок Reels, что все Reels, их можно просмотреть вот так отдельно. Почему сейчас показываю Reels? Потому что в Reels у нас сейчас очень много мастер-классов 15-секундных залито. Вот, поэтому не хватает вдохновения, каких-то идей. Прям вот рекомендую заходить в мои Reels и отдельно их просматривать. Потому что вот смотрите, вот этот значок – это постинг. Это все посты. Отдельно просмотреть прямые эфиры нажимаете на телевизор. Смотрите, и здесь сохраняются все прямые эфиры абсолютно. Смотрите, вот все, что я выкладываю, даже если вы, например, в ленте этого не видите, вот, например, если даже в ленте нет какого-то прямого эфира, то он в IGTV точно есть, смотрите. Вот вчерашний эфир с декорациями. Позавчера я показывала с реформацией, с декорациями. Вот они оба курса по аэрографу. Вот они все с декорациями, прямые эфиры, которые проходили за последний месяц. Вот, смотрите. Запомнили, где смотреть? Телевизор и IGTV. Ясно? Так, дальше поехали. Я беру из зеленых именно 326-й. Ну, мне показалось, что лучше для Ван Клифа использовать более холодный зеленый. Вот, поэтому на основе него я буду делать сейчас малахит. Мы сделаем. Поэтому я покрываю такое однотонное покрытие. Но я два типса сейчас хочу. Нет, я, наверное, три даже успею показать. Поэтому мне нужно сделать два зеленых. Два зеленых мы делаем. Так. И
Я думаю, что мы успеем один белый сделать. И один перекрываем белым гель-лаком. Но я сейчас не буду два слоя гель-лак наносить, потому что я сейчас работаю с типсами. Чтобы на это время не тратить, мы нанесем с вами один слой. Все, сушим. Так, теперь берем палитру. Сейчас мы тут наколируем. Так, и смотрите, можно, в принципе, этот цвет взять, заколировать. Ну, не имеет значения на самом деле, вот для малахита какой вы зеленый возьмете. Понадобится черненький, нам понадобится беленький. Сейчас мы намешаем светлые оттенки. Причем у меня такая, знаете, она несложная, эта фактура. Достаточно я примитивно делаю, потому что я все равно потом буду витражом проходить. Поэтому мне здесь без разницы. Вообще. Кисточку берете. Вот я возьму для градиента. Причем я даже думала, эти полоски можно и так нарисовать. И можете вот там по-мокрому сделать. Сделали, потом взяли отдельно черный гель-лак, еще по мокрому добавили черные разводы. Вот у вас сейчас и у меня картинка перед глазами, видите, здесь такой достаточно простой малахит. Сушим. И красиво будет только после того, как я возьму витражный гель-лак. Напоминаю, что у нас есть для дизайна витражные гель-лаки. Это номер, сейчас я беру для зеленого, 254 и 255. Они достаточно густые гель-лаки. Я вот сейчас хочу даже, чтобы у меня параллельно часть гель-лаков витражных была в банках, а часть в гель-лаке, в бутыльках. Вот, чтобы кому удобно с банками работать, работали с витражами из банки. Вот, кому удобно работать с гель-лаками, кисточка. Ну, просто единственная кисточка от гель-лака тяжело работать, проще брать вот отдельную кисть. Вот, поэтому как вам идея гель-лаки эти залить в банки, чтобы они еще в банках продавались? Потому что нет-нет, но витражные гель-лаки, они постоянно нужны для каких-то дизайнов. Все, смотрите, теперь перекрываете вот этим получившимся зеленым. Все, получается, вот можно сейчас раз пройтись, да? Все, и сейчас просто повторно еще раз повторить, чтобы прям более глубокий насыщенный цвет был. И он прям вот, ну не знаю, мне кажется, очень как на картинке получается. Причем
лучше, ну, предлагаю делать всего лишь один ноготь, не делать все пальцы. Все, сушите. И мне вот понравилось сделать вот такие колечки. Смотрите, по всему периметру, текстоном. Слушай, Галя, принеси мне текстон из магазина, цветной. Сходишь? Я как раз пока эфир веду. Да хотела напомнить, что у нас сейчас ограниченная партия цветных текстонов продается. У нас их давно не было в продаже. Мы последнее время продавали только золото и серебро. Вот. И сейчас заказали небольшую партию, потому что мы текстон сами не производим. Вот. Сейчас заказали опять цветную партию текстонов. Их там совсем чуть-чуть. Но мы будем, наверное, продавать до конца года. Я думаю, что мы продадим эту партию цветных текстонов. Поэтому вот, ну, кто любит вообще материал текстон, прям имейте в виду, что сейчас есть в продаже цветной текстон. Малиновый, синий и черный. Сейчас я вам покажу. Я сейчас беру золотой. Золотой, кстати, серебряный продаются только в наборе. Они в коробочке идут в наборе. Выкладываете на палитру. И рисуете вот этот кантик. Единственное, конечно, рекомендую взять кисточку, которую там не жалко. Вот. Но так как у меня сейчас под рукой ничего другого нету, буду это и делать. А так, конечно, лучше, знаете, купить какую-нибудь белочку, пони, которую не жалко. И перед тем, как работать текстоном, наношу Теклос топ без липкости. Топ без липкости. В основном этот топ, конечно, все используют для каких-либо дизайнов. Вот, например, для дизайна текстон вам понадобится именно Теклос. Не ультрашайн, потому что ультрашайн у нас тоже, он без липкости. В принципе, можно было бы на него, но лучше не рисковать, так как он стеклянный топ, лучше взять Теклос. Сушим. Потому что красивый эффект у текстона получается только посредством абсолютно гладкой поверхности. Абсолютно гладкую поверхность можно создать при помощи топа без липкости. Вот, видите, колечки вот такие. Сейчас мы сделаем прям. Единственное, конечно, сейчас на типсах это легко сделать, вот здесь по кутикуле. Вот, на ногтях будет чуть-чуть сложнее. Нужно быть очень аккуратными. Потому что текстон, он жидкий, как вода. Если вы наберете лишнее на кисточку, он у вас просто потечет. Поэтому имейте в виду. Смотрите, девочки, у меня новый сейчас материал. Это готовые ногти гелевые. Я их сейчас тестирую. Вот, я уже неоднократно говорила и в сторис, и в прямых эфирах, что вот я уже, наверное, месяца два ношу готовые ногти, которые сама делаю и сама себе потом наращиваю. Там очень примитивный способ наращивания на акригель, на базу гель-лака, на скульптурный гель. Это без клея идут. Готовые гелевые ногти. Вот. Ну, кто-то начнет, конечно, я уверена, когда я выпущу этот продукт, скажет: о, совсем обленились, не хотят ногти наращивать. Эта технология, она очень популярна, готовых ногтей у американцев. И я прям сейчас смотрю в эту сторону, потому что, ну, реально сейчас проблема нарастить длинные идеальные ногти, потому что мастера не хотят учиться на моделирование. Вот, не хотят учиться на моделирование, либо если умеют делать моделирование, то делают это неохотно и очень долго. А я, например, мастер, который долго не будет сидеть. Ну, я не выдерживаю сидеть 3 часа на наращивании, хотя это нормально 3 часа. Если 10 лет назад, когда мне было 25 лет, не 25 лет, короче, когда я была молодая, я еще могла сидеть на услуге наращивания 4 часа, когда мы там делали сложную форму. То сейчас я не выдерживаю. Мне надо быстро. А вот такую гигантскую длину сделать, как вот у меня сейчас, быстро, это в реале, ну, невозможно. Понимаете, такую огромную длину. А мне нравятся вот такие длиннющие ногти. Чтоб мне не говорили, я не могу ходить с короткими. Короче, мы отвлеклись. Я надеюсь, что получится сделать в нашей линейке этот продукт. Это продукт достаточно распространенный, особенно на Западе нет, наверное.
что у американцев в Мексике, в Бразилии. У нас это не пользуется популярностью, потому что, ну, потому что у нас и мастера, и клиенты очень предвзятые ко всему такому, как экспресс. Слушайте, у меня просто уже времени нет. Я сейчас кисточкой из флакона возьму, быстрее сделаю, так как у нас типсы. И теперь берете фен и сушите. Феном сушить намного быстрее. Вот, но так как у меня сейчас под рукой нету фена, потому что мой секретарь пошел за текстоном. Сейчас она мне текстон принесет, я достану фен, буду сушить феном. Вот, конечно, текстон очень легко и быстро сохнет и на воздухе, и можно, в принципе, в лампу положить, чтобы это быстрее было. Да, он тогда, температура здесь начинает высыхать быстрее. Так, второй вариант. Да, посмотрите, сейчас эти гелевые ногти, их продают очень много, но у нас, например, я не знаю, на AliExpress можно найти, там нужно смотреть качество какое. У американских компаний можно посмотреть, у них это достаточно распространено. Я просто вот последнее время столкнулась с тем, что даже вот нам маникюры-бутики в наши салоны требуются такие мастера, которые бы делали быстро длинное наращивание. Потому что, например, тот же маникюр-бутик сейчас очень много приходит молодежи обслуживаться, но они хотят вот эти огромные ногти, понимаете? А время на это нету. Не хотят сидеть, но хотят при этом вот такую огромную длину. Поэтому вот завести в линейку такие готовые гелевые ногти, это была бы прям классная фишка решения проблемы для вот таких молодых, кому нужны гигантские ногти за короткий промежуток времени. Потому что понятно, что есть клиенты, которые, ну, как бы никогда этого делать не будут и никогда на это не перейдут. Черный, розовый, а ничего страшного. Так, ну, смотрите, девочки, вот он, цветной текстон. Вот, поэтому... А принесешь мне фен еще? Угу. Блин, он там не снимает. Она, по-моему, уже не снимает. Вот, текстон цветной. У нас его сейчас мало на складе. Мы маленькую партию еще весной заказывали. Вот, там еще осталось. Поэтому вот имейте в виду, это, думаю, до конца года он еще попродается, но закончится быстро. Вот, так как сейчас все равно тренд на вот такой дизайн, очень много любят блестящего. Прям рекомендую запастись, у кого особенно, кто давно покупал цветной текстон. Просто для чего нужен цветной текстон? Чтобы, опять же, окрашивание делать золота либо серебра. Он классно красится. Возможно, у них блеск, знаете, как у этого текстона, не такой, как у золотого и серебряного. Потому что в чистом виде вот этот цветной текстон, он прям так не блестит металлом. Он так не блестит металлом. Но если, например, взять тоже серебро и начать смешивать, получаются очень красивые металлические оттенки. Сейчас как раз к концу эфира у нас это все высохнет. Посмотрите. А еще знаешь что? Принеси мне ремувер. Видите, можно разные оттенки металлические готовые получать. У меня уже заканчивается серебро. Видите, готовые оттенки можно серебряные получать. Так, ладно. Мы здесь нанесли уже теклос. Напомню еще раз, шармиконы приклеиваются на теклос. Промоешь кисточку над ним. Шармиконы нужно наносить на теклос, потому что теклос – это резиновый каучуковый топ, и на него вот эти 3D-стикеры офигенно клеются. Вот, офигенно клеются. Так, ну мы возьмем с вами вот такой вариант, беленький, и мы сейчас его превратим в малахит. Мы сейчас его скомбинируем. Смотрите, предлагаю вот так комбинировать. Так.
И вот эту штучку будем добавлять, наверное. Кусочек добавим, да? Ну, можно полый взять. Я сейчас беру полый, можно взять целый. Там очень много комбинаций разных, просто нужно сесть и вот пофантазировать. Не знаете, как фантазировать? Вот сегодня я сделала эфир, вот вам варианты сочетания. И еще я сделаю эфир по Ван Клиф, только чтобы был черно-белый. Для клиентов, кто вот любит все классическое. Слушай, знаешь, что у меня нет обычных ножниц? Девочки, нет обычных ножниц, поэтому простите. Sorry. Так, сделали. Теперь, смотрите, у нас есть вот здесь разведенный вот этот пастельный оттенок. Берете его. А ногти по времени... В том-то и дело, смотрите, ногти получаются очень тонкие. Вы видите, какие ногти тонкие? И они очень крепкие. Вот у меня ни разу еще вот здесь не пошли вот эти продольные трещины, как обычно на нарощенных ногтях идут. Вообще вот здесь не трескается, не лопается, ничего. Все будет зависеть, скорее всего, от мастера. Потому что, конечно, их можно сделать так погано, что они отвалятся у клиента через день. Вот, поэтому... Давайте дождемся, когда Эми выпустит. Я вам дам несколько технологий, при которых ногти будут носиться 4 недели. Как обычные ногти. На них можно будет делать обычную самую коррекцию. Либо полностью снимать в ноль. Ну, мне, например, проще снимать в ноль и новые делать. Потому что я форму каждый раз меняю. Короче, я кайфую. Так как я ленивая совершенно. Обленилась. Нет у меня времени. Не могу сидеть на... обслуживании, поэтому я обычно прихожу к девчонкам, они мне делают маникюр хороший, качественный, комбинированный, обрабатывают все, чтобы чистенько было, и потом мы уже сажаем ногти готовые гелевые, которые я заранее приготовила, сама же себе дизайн делаю. Вот. Пару раз просила мастера, она мне Дольче Габбана рисовала, Наташа Уганова, я ей прям заказывала. Типсы ей привозила, а Майя, говорю, нарисуешь мне готовые ногти. В общем, смотрите, сегодня у нас тема Ван Клиф, новые шармиконы. Давайте сейчас тему про готовые ногти гелевые пока отставим. Так, смотрите, сделали. И так как здесь такой очень мелкий дизайн, да, здесь не надо так заморачиваться с этим малахитом, поэтому просто пастель взяла. Потом тут же по мокрому взяла черный гель-лак. Сделала такие вот полосочки. Не, видите, проваливаются. Ну, без фанатизма тут. У кого какое зрение, короче, кого как хватит. Все. Сушим. Все, и также беру витраж, который я намешивала. И сейчас эти детальки делаю витражом. Кто обиделся? Что тут пишут? Почему вы постоянно обращаетесь только к девочкам? Ведь у вас обучаются не только девочки, но и парни-мастера. Даже в курсе платина у вас прописана ученица. Жуков Нейл. Ну, сорян. Действительно. Сексизм. Да, какой-то у меня сексизм. Хорошо, девочки и мальчики. Не, причем, да, я, кстати, иногда поправляю себя, блин, постоянно забываю. У нас очень много сейчас мастеров мальчиков учатся. Причем, кстати, не только русскоговорящих. Это, вот мы сейчас мастера учим. Он то ли с Аргентины откуда-то, или с Испании, на испанском говорит. Кстати, и он учится в пакете ими мастер. Причем успешно учится. Поначалу было тяжело. Вот. Да, сейчас мальчиков много учатся. Я, кстати, очень люблю мальчиков, мастеров маникюра. И у нас вот был период как-то с Верой Мершниченко, когда у нас в коллективе работало аж два мальчика. Вот. Прикольно.
пацанов привлекать. Потому что мужчины, они со своей мужской энергетикой как-то вот, ну не знаю, по-другому обращают внимание женщин-клиентов. Женщины-клиенты вообще тогда просто, я не знаю, по-моему, оргазм получают от того, что мужчина держит ее руки, крем наносит, масло для кутикулы. Короче, прикольная тема. Мужчины в салоне красоты. Смотрите, вот, кстати, текстон у меня уже высох. Вот, но по-хорошему классно брать... Классно брать вот так вот фен. Понятно, сушить лучше на теплом воздухе, там, либо холодный воздух, не горячим воздухом, потому что клиенту может быть больно. Все. И после того, как уже текстон просох, мы с вами будем наносить опять финиш. Сейчас я покажу, как финиш наносить. Мы сейчас закончим. Смотрите, сейчас здесь вот этот ноготь предлагаю перекрыть топом. Ну, я тот же теклос использую. Теперь беру опять Т-класс, смотрите, выкладываю его на палитру. Беру уже тонкую кисточку. Ногти не знаю, девочки, когда будут ногти. Как вы так быстро фокус сменили? На что я фокус сменила? На мальчиков? Ну, я извинилась перед мальчиком. Мальчик возмутился, поэтому, уважаемые дамы и господа, теперь буду говорить. Так, берем Т-класс и быстренько, смотрите, вот такие детальки делаем чуть-чуть повыше. Так как жидкий топ, он течет моментально, поэтому делаем это очень быстро все. И в лампу. Ну, поинтереснее будет, да, если эти детальки будут чуть-чуть объемные. Смотрите, видите, чуть-чуть, без фанатизма, да? Так, и вот у нас еще один вариант готов. Быстрые, на самом деле, варианты. Так, вот два у нас готово. Какой третий можно с беленьким показать? Так, ну мне понравился вот этот вариант, кстати, со стразиками. Он такой миленький. Вот один ноготочек может быть. Опять же, также шармиконы берете, Т-класс. Можно GMT-гелем перекрыть детальки. У меня просто, видите, не приготовила я GMT-гель. Сейчас искать долго. Вернее, GMT-клер прозрачный. Все, сушим. А принесешь мне GMT-клер? Сейчас мне принесут, и я вам тоже покажу. Я тут как раз, смотрите, я нашла стразики себе зелененькие по цвету этого дизайна. Вот. И здесь как раз есть ряд вот этих отдельных деталек. Просто черные. Отдельно золотые. Белые с золотом. Можно GMT-клер, можно также сделать. Когда вот так нужно быстро и нет GMT-клер, можно более плоско сделать просто топом, да, но не такое объемное. GMT-клер будет прям объемное, будет такое прикольное. Так, короче, Ван Клифф. А следующий эфир сделаю про брендовому маникюру, будет Ван Клифф, но только черно-белый. Тоже классно будет. Обязательно сделаю Dior черный и розовый. Я прям накачала последние сумочки у Dior. Ван Клифф себе накачала с Pinterest. Здесь чуть-чуть такой другой сделать вариант. Да, мы сейчас чуть-чуть другой вариант сделаем, тоже со стразиками. Спасибо. А ты мне ножницы принесла маникюрные? А, маникюрные? Ну да, у меня нет маникюрных ножниц. Обычно.
Я же, видишь, что сижу, мучаюсь. Так, давайте здесь вот так чуть-чуть по-другому сделаем. Кстати, шармикончики, вот когда они попадают под пропил, классно еще вот так пилочкой движение делать, чтобы ничего не торчало. Здесь будет со стразиками. Ну, в любом случае, сейчас наносим финиш Теклас. Это без липкости. И, ну, в основном, конечно, используют у нас больше ультрашайн. Это тоже топ без липкости. Но он чисто как топ идет. Вот Теклас, он, конечно, большую часть себя берет дизайна. Это и шармиконы, это и втирки пигментами. Это и тот же Текстон. Кстати, смотрите, Текстон подсох. Смотрите, видите? Его, когда смешиваешь цветной Текстон с серебром, с золотом, получается более блестящий металлический эффект. И вы можете намешать абсолютно любую гамму, любые оттенки. Почему краски шторм не выкрасить? А у нас был уже эфир по краскам. Его проводила Настя Челюбеева на Amy Official World. Да, у нас был уже эфир. А посмотри, кстати, Amy Official World, уже выгрузили его, этот эфир. Так, теперь берете базу. Базу, какую базу берем? Ну, вообще лучше взять либо Medium, либо Maxi базу. На нее классно сажать стразики. Давай. Нет, последние по капсуле. И также можно добавить, видите, кантики. Тут варианты уже разные могут быть. Видите, вот можно поперек и также сделать вот этот малахит. Можно одну штучку по центру и тоже через малахит. Можно без малахита, просто со стразиками. В общем, здесь вариантов может быть очень много. Если Текстон высох, подсох, можете попробовать развести его чистым ацетоном, но я не пробовала, теоретически можно. Так, ну я сейчас не буду тонкой кисточкой. Вы видели, что Текстон, конечно, лучше будет по канту ноготочка наносить тонкой кистью. Тонкой кистью. Вот, ну так как у меня сейчас типсы. На типсах проще взять так, кистью из флакона. Будьте внимательны, Текстон жидкий, как вода. Если вы его наберете много на кисточку, чтобы он у вас не растекался под кутикулы и под валики боковые. Поэтому будьте очень внимательны. Также будьте внимательны, как вы Теклас нанесли. Потому что если Теклас нанесли криво, особенно по валикам и по кутикуле Текстон, он сразу подчеркивает все недостатки. Поэтому будьте внимательны, чтобы у вас еще Теклас, когда вы его нанесли перед тем, как наносить Текстон, вот здесь был вот идеально ровно лежал по кутикуле. Вот, все. И также сушите, как предыдущий вариант я показывала. Галя, вот ты же додумалась туда фен воткнуть. Вот как я должна сушить? Попробуй.
Так, ну и сушите, пока не высохнет. Это может быть и 2 минуты. Нужно подуть феном. Дальше, как закрывать текстон? Текстон так же, как и пигмент, да? С пигментов, с втирки зеркально очень сильно скалывается топ, если плохо закреплить. Также скалывается с текстона, потому что, ну, текстура вот такая, что если просто нанести топ от балды и не запечатать торцы, то будет все скалываться. Поэтому... Чтобы текстон еще не успел раствориться от топа и не поменял свой красивый вот этот металлический эффект, как вы работаете? Берем теклос. Ну, я, например, теклосом работала. Да? Можно взять, кстати, первый слой топ-слайдера. И смотрите, первое покрытие топом идет очень быстро. Вы сильно не акцентируетесь на боковых валиках. Все быстренько покрыли и сразу в лампу. А потом берете, делаете второй слой. И вот когда вы делаете второй слой, вы очень внимательно проходитесь по боковым валикам, где текстон лежит, и по торцу, прям запечатывая. Кто-то, кстати, у меня, знаете, как делает? Наоборот, берут сначала топом, проходят торцы, сушат, а потом от кутикулы до свободного края перекрывают еще раз топом. Ну, так получается более тонко. Вот. И в этом случае у вас 2 слоя оказывается топа на торцах. Вот. Можно еще так. Да, конечно, эфир, все сохраняю эфир. Галь, да, еще раз покажу людям, где все эфиры хранятся. Все, а сейчас уже я спокойно, тщательно прохожусь, особенно вот в этом месте, перед тем, как ложить в лампу, прям делаю вот такое итоговое закрепляющее движение, и тут же в лампу. Вот в этом случае у меня торцы, они оказываются запечатаны, понимаете? А у меня как раз здесь на торцах что оказывается? Текстон. Вот. И чтобы сколов не было, конечно, классно, когда там 2 слоя оказывается. Еще раз напоминаю, где искать все прямые эфиры. Смотрите, не все эфиры есть в ленте. Да? Есть отдельный, вот он, значок телевизора. Нажимаете на него, все, и вы оказываетесь в том месте, где все эфиры видны. И вот видно, что за последний месяц просто гора прямых эфиров и очень именно много по декорациям, потому что был запрос в августе как можно больше эфиров по работе с декорациями, потому что декорации в этом году вышло очень много на осень-зиму, они все очень разные, и не все понимают, как их скомбинировать между собой. Вот, поэтому мы проводим и вот такие, видите, более классические прямые эфиры работы с декорациями, и также проводим... Ну, вот такие, как, например, вот здесь. Видите, более молодежные прямые эфиры, где прям такой 25+, кому подходят дизайны. Так, понятно, да, где искать прямые эфиры? Рилсы можно, кстати, отдельно просматривать. Нажимаете? А сейчас в рилсах у нас очень много мастер-классов тоже по декорациям. Обратите внимание, что сейчас мои рилс – это одни сплошные мастер-классы. Смотрите, здесь очень много мастер-классов с онлайн-курсов, очень много мастер-классов там с наращиванием. Вот, смотрите, это курс онлайн топ-10. Здесь такие 15-секундные краткие выдержки вот, по работе с декорациями. Короче, очень полезная сейчас штука, поэтому не все есть вот здесь в ленте. Видите, вот квадратики, сетка, это лента, постинг, здесь фотографии, все вперемешку. А отдельно мастер-классы Reels и отдельно... Прямые эфиры тоже с мастер-классами. Это ИГТВ телевизор. Так, ну что? В принципе, все сегодня. Смотрите, мы с вами успели сделать аж 3 типсы. Так, слушайте, надо снять на специальном фоне. Вот так мы сейчас. Это ж мне сейчас я выложу, когда. Так. Все, это будет моя обложка. Угу, моя обложечка. Можно вот такую. Видите, я заранее думаю, как у меня будет сейчас прямой эфир отображаться в ленте. Вот такой вариант можно. Так. Кстати, кто спрашивал за коллекцию «Шторм» красок, имейте в виду, кто любите красочками работать, вот она коллекция «Шторм». Сегодня попросили сделать еще раз выкраску. Мы уже проводили прямой эфир на Amy Official World.
хорошо проведу на своем аккаунте обязательно выкраску этой коллекции красок. Можно текстон на весь ноготь. Да, можно текстон на весь ноготь. Еще раз напомню, чтобы текстон лежал красиво, под него наносят топ без липкости. Если это компания Эми, то лучше взять топ Теклас без липкости. Сначала его нанести, просушить там 1 или 2 минуты и потом наносить текстон. Бывает, что когда на весь ноготь наносишь, он где-то может собираться кратерами. Но в этом случае можете просушить и просто повторно продублировать. И все. Вот. Сушить нужно феном. Как только хорошо высушили, там от 2 до 5 минут феном, уже перекрываете топом. Понятно, что металлический эффект прям идеальный. Как он без топа, он не сохранится в любом случае. Но все равно эффект остается. Вот мы сейчас перекрыли. Смотрите. Да? Ну, нормальный, в принципе, металлический эффект сохранился. Здесь вот, например, не покрыт текстон, здесь покрыт. Так, могу сейчас, есть в продаже, смотрите, текстоны, сейчас есть в продаже, девочки, черный, синий и розовый, но я вот в чистом виде их, как правило, не использую, я их всегда подкрашиваю серебром либо золотом, это вот просто рекомендация, чтобы этот эффект металлический был ярко выраженный и у розового, и у черного, я их в чистом виде не использую, я их всегда окрашиваю либо серебряным текстоном, ну чаще серебряным. Вот, либо серебряным текстоном, либо золотым. Вот сейчас пока он в наличии есть текстон, потому что его привезли очень маленькую партию, мы текстон сами не производим, мы его готовый продаем, видите? И его там еще в апреле разливали. Небольшое количество, там еще есть на складе, на остатках. Я вот сегодня, чтобы в прямом эфире показать текстон цветной, узнала, есть ли на складе еще на остатках цветной текстон. Он есть. Вот. Но я думаю, что он еще будет до конца года. Вот. А потом, как только закончится, просто это такой, знаете, продукт, он сезонный. Он, знаете, как всплеск. Это как вот мода на пигменты, на глиттеры появляется, а потом исчезает. Или там мода на фольгу появляется, исчезает. Там на матовую фольгу мода появляется, исчезает. Вот. Текстон, он такими наплывами. То он нужен мастерам, потом он не нужен мастерам. На Эмишоп цветного текстона нет. Угу. Проверим. А зайди сейчас в Эмишоп, набери текстон. Если сегодня нет, то значит завтра точно будет. Потому что бывает, например, закончилось, если на складе сайта, то он, конечно, будет показывать, что нет. Просто на основном складе он есть. Просто, возможно, сейчас не пополнили его. Сейчас вот эфир провела, значит, подгрузят цветной текстон. Сейчас заходим. Вот, поэтому если что, тогда завтра заходите на Эмишоп. Либо, может, к вечеру. Я тогда ссылку на покупку повешу, как только на сайте отобразится. А в каком городе смотрите? А в каком городе вы смотрите, что нет цветного текстона? Я же со склада приносила, но, скорее всего, не есть. Нет, а ты на Эми Ростов зайди. Да. Так, еще раз напомню, шарниконы, которыми я работала сегодня, это Ван Клиф, я его называю. Вообще, это номер 185, четырехлистник. Называется четырехлистник. Вот, но это по мотивам Ван Клиф. А в прошлый раз я работала, это 186 Лагомания, но здесь по мотивам Валентина и Диора. Вот, поэтому кто любит эти бренды, здесь буковки В и буковки Д есть. Эфир сейчас прям выложу. Смотрите, если вы только сейчас зашли в эфир, вот я его буквально через 5 минут заканчиваю. Только набор золото-серебро. А вот позвони. Мы узнаем, почему нет на сайте. Поняла. Вот, ну, значит, к вечеру выложим текстон на сайт. А в Европе цветного текстона, возможно, кстати, нету. Мы его только для России закупали в этот раз. У нас просто на текстон был ажиотаж весной и зимой. И я тогда цветной текстон привезла чуть-чуть.
попродавать его. У нас всегда в наличии в ассортименте золото и серебро, а вот цветного, наверное, в Европе цветного текстона нет. Вот сейчас, если он даже на сайте появится, на Amy Shop, просто попросите кого-нибудь из знакомых купить вам здесь, в России, и уже отправить вам посылкой. Все выложу прямо сейчас, девочки. Я сейчас эфиры выкладываю сразу же. Единственное, я их в ленте долго не храню, я их сразу удаляю из ленты, и оно остается в IGTV. Я вам уже показала, где находится IGTV. Это прям идет аватарка, текст. И вот под стационарными сторис, вечными сторис, там есть вот такая, как это, иконки. Иконки рилса, иконки ленты и иконки IGTV. Вот, поэтому не забывайте за эти иконки. Если какой-то рилс пропустили, не видите его, просто зайдите в IGTV и будет. Да, например, если вы хотите купить текстон цветной, а его у дистрибьютора нету, то можно написать тот же Amy Official Word, вам его отправят напрямую из Ростова. Потому что, да, есть такой момент, что не весь ассортимент дистрибьюторы закупают у Amy, и оно не отображается в интернет-магазине, поэтому... Если, например, в этом регионе нет дистрибьютора, то вас напрямую отгружают из Ростова. Ну вот мы сейчас зашли на сайт, да, там сейчас цветного текстона нету, но к вечеру будет. Я сейчас все сделаю, чтобы он там был, потому что мне же его принесли со склада Ростова, значит, он есть. Так, ладно. За мужские лосьоны, да, у нас будет мужской лосьон. Будет. Просто видите, все, что for men, в России очень предвзятое отношение. Все, что for men написано и связано с маникюром. Я не знаю, почему. Ну, может быть, потому что первое, что мы for men выпустили, это были декорации. И у мастеров была, конечно... Я когда делаю репост или какой-то постинг про мужской арт-маникюр, у людей просто неадекватная реакция. Там просто такую грязь начинают на меня лить. Ну, возможно, потому что это декорации. Вот. Наш народ, конечно, не скоро эту тему примет, что не обязательно мужчине быть нетрадиционной ориентации, чтобы клеить наклейки на ногти. В Ирландии большинство продукции отсутствует на сайте. А вы мне напишите, какая продукция вам нужна для Ирландии, и ее нету. Я тогда просто напишу в офис Праги, сделаю скриншот вашего сообщения. Потому что вот эта обратная связь, когда вот вы пишете в директ, что того-то нету, а я хочу купить, живу в такой-то стране. Это помогает нам настраивать нашу работу, потому что у нас офис в Праге, он, в принципе, хорошо работает. Вот. Но дистрибьюторы в других странах, ну, особенно, например, в Ирландии, сейчас новый дистрибьютор. Возможно, у него есть какие-то моменты с работой связанные. Сегодня открывают его на сайте. А что его закрыли? Аврамка в отпуске, щетинина, не знаю. Ну вот мне сейчас подсказывают, к концу дня на amyshop.ru текстон будет доступен цветной, золотой, черный и голубой. У нас еще многие мужчины маникюр не делают. Может, с лосьонами им будет интересней? Может быть. Вот кто-то пишет, да, на Кипре есть все у Марии Суровцевой. Ну, в принципе, да, Маша обычно все закупает. Просто в России все появляется быстрее. Вы должны понимать, что все-таки Amy – это бренд русский. И сами собственники, мы живем в России. И все идеи, и новые продукты, они в первую очередь генерации выпускаются здесь, в России. Понятно, что в Праге, в нашем втором официальном представительстве, да, это чуть позже появляется. Потому что, ну, физически одновременно это невозможно сделать. Это, знаете, как... Продукты, которые, ну, iPhone, я всегда iPhone в пример привожу. iPhone, он всегда первый в продаже появляется вон, в Америке. Потом в Европе, а до нас вообще... К сентябрю доходит обычно, там вообще самыми последними начинаем продавать этот iPhone. Лучше напрямую заказывать с Ростова. Не хочется ждать, когда дистрибьютор закажет.
Ну, возможно, в будущем мы эту систему чуть-чуть изменим, что можно будет именно, кто с дальних, особенно регионов, вам заказывать именно с Ростова продукцию, если вы привыкли пользоваться онлайн Эми-шоп. Просто, Вера, когда ты говорила, что даже если есть представительство, все равно можно заказывать напрямую с Ростова. Да, вот я вам это уже сегодня проговорила, что если вы раз обратились к дистрибьютору, два обратились, а у него нет в ассортименте этого продукта, и он его не собирается заказывать и привозить, в этом случае, да, можно написать в директ Amy Official World. Они вас передадут менеджеру интернет-магазина, и вас просто напрямую отгрузят. Просто иногда все равно выгоднее, поймите, особенно дальним регионам, все покупать у дистрибьютора, потому что, во-первых, вам не нужно будет тратить деньги на доставку. Это дешевле все равно выйдет купить у представителя у себя на месте. Просто, ну, такие вещи, конечно, как Текстон, я понимаю, ну, не все дистрибьюторы хотят его закупать. Потому что это такая позиция, она мало используемая, не все ее, там, например, они знают. Вот. Только что узнала, что вышел 13-й. О, какая хорошая новость! Вот мне ж надо тоже поменять мой 12-й. Ему всего полгода. Ему всего полгода. А, ну да, кстати, моему телефону только полгода. Ладно, всех люблю, всех целую. Эфир прямо сейчас выкладываю. Поэтому, кто только что зашел на эфир, заходите в ИГТВ и смотрите.